А ведь утро начиналось так хорошо. Помните, аж несколько месяцев назад мы бросали вызов ленинградским автосервисам в рамках того, чтобы оживить Audi Максончика. И вот пацаны из Tesla сервиса откликнулись. Мы привезли им Audi, и это было несколько месяцев назад. Они ее починили, завели, мы съездили на Байкал, вернулись с Байкала. И вот они звонят, пацаны, ну вас увезтись, вы как будете забирать тачку? Потому что мы же еще ее не забрали, они там ее туда-сюда толкают. Ну как толкают? Перекатывают. А может и толкают, не знаю. Но во всяком случае, тачку они починили, и все бы хорошо. Надо ехать ее забирать, но есть проблема. А вот, кстати, и виновник нашего торжества. Александр. Георгий Саванович, так ты где, дорогой? Дорогой мой, я скоро буду. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Не названивай мне. Короче, смысл в том, что позвонил Шлихенмайер, говорит, да, Георгий Саванович, помогай, спасай. Он вез макет, технику и теоретику для того, чтобы они продолжили делать бус, чтобы мы все заработали на этом бусе денег. И просадил колесо. А поскольку наш Шлихенмайер, ну, тот еще наездник, ни хрена у него нет, поэтому я еду его спасать вместо того, чтобы забрать Audi из Tesla сервиса. Как-то так. Весело, весело, встретим Новый год. Картель, черт побери. Картина маслом. Я и моя бэхочка, моя пушечка, моя гоночка. На самом деле, наши очаровательные зрители, если вы сейчас смотрите, можно сделать мимасик. Вот так выглядит безысходность. Долго тебя ждать-то уже, я заждался. Беспомощность так выглядит. Саня, я приехал, так сказать, как мог. У меня не было в планах сегодня ехать и спасать Шлихенмайеров. Ну, что? У меня ситуация яма. В общем, вот. Яму вижу. И случилось тут. Ну что, ты колесо поменять не можешь? Да что-то могу, а вот нечем. В смысле, у тебя ничего нет, что ли? Ну, у меня вообще ничего нет, аж БМВ. Что, даже баллонника нет? Ну, есть знак аварийной остановки и аптечка, но имя не меняется. Да не может быть, даже у меня в Хопятыче был баллонник, запаска и все остальное. Что, у тебя нету, что ли, ничего? Смотри, набор инструмента БМВ, правильно? Но. Правильно. Что тебе здесь? Можно коробку? Коробку буксировать и отвертка. Нахрена здесь отвертка? Подожди, а что получается? Если водитель BMW сломался, он открывает, достает знак аварийной остановки и вжабывается, что ли? Может еще масло для гур достать вот из этого вот прекрасного сундука и все на этом. Но колесо не поменять. А у тебя домкрата тоже нет? Да откуда алмазы? У меня есть масло, у меня есть... крюк буксировочный, но... Не, брат, донкрат-то у меня есть. Ну? А вот баллонник, я не знаю, подойдет тебе, не подойдет? У тебя же... У тебя сколько? Здесь на сколько? 17? 19? Да. А на голе сколько? Там у тебя немецкая, у меня немецкая. Я уверен, что они между собой дружат. Мерседес всегда поможет. Такой ты киселек. Нравится Мерседес, и знаешь ты, у вас стопудово есть. Я же знаю, что есть. Есть же? Обратите внимание, что в багажнике владельцев Мерседеса, а? Это Осип Виссарионович, мне подарили календарь. Как-то не совсем свежий. Ну да, за 2018 год, но ничего страшного, я подожду, 12 лет пройдет и можно будет повторить. Я думал, ты 2018 хочешь ждать. Не-не, 2018, хороший, кстати, был год. Где мой 2018, да? Ай, спасибо. Ай, палец. Тяжелый. А вот теперь моли бога, чтобы баллонник подошел. Потому что же... Вот обрати внимание, во всех нормальных автомобилях есть запаска. А у меня... всех нормальных водителей есть домкрат с собой. А у меня там есть аккумулятор. Пойдем. И жидкость кура. Подойдет он? Пойдем. Я не могу понять одного. Почему я вот всем этим вот занимаюсь? Можно мне объяснить? Да потому что ты мастер, ты любишь автомобили. Все, крути. Пасть еще же надо. Дырочка. Блин, у меня их было три. Две не подходили, ну ты помнишь. Да, я помню. А почему бы тебе те секретки, которые не подходят, выложить просто из машины? Слишком просто. Да слишком просто, да? Во-вторых, я их потеряю. Я понял. Короче, владельцы BMW, ни говна, ни ложки. Сань, не говняйся, пожалуйста, возьми перчатки. Там еще затянуто-то этим пулеметом, как он там, пистолетом. В смысле? Кто тебе пистолетом затягивал? Алеса? Наши другие друзья, кто снимал колеса. Ага. Да, я понял. Все-таки какая-то ситуация. Пожалуйста, не провоцируй меня это делать. Понимаешь, я тебя знаю. Ты сейчас вот начнешь говорить, нет, я рукожоп, у меня ничего не получается, Георгий Александрович, сделай за меня. Пожалуйста, нет, давай ты будешь подожди, провоцировать. Я могу это не говорить.
В итоге слизываю грани, и мы с тобой высверливаем этот болт. Нам надо ехать Ауди забирать. Я тебе привез домкрат. Любого нормального человека должен быть с собой, сука, домкрат. 2 тонны. На твою помойку хватит. Почему я его купил? Почему ты его не купил? Не предусмотрено заводом изготовителя. Так мы же ездим по отечественным дорогам, понимаешь? Он должен быть с собой у каждого водятла. Причем вот голограмм оригинальной подделки не покупайте, пожалуйста. Хороший домкрат. Ну правильно, зачем нам 2 домкрата, если у тебя есть, у меня нет, и того ты же приехал. Так вот я и говорю, почему я все время покупаю то, что вам надо. Потому это мое старческое уже такое ворчание, почему я покупаю, все вокруг пользуются. Вот, и пусть, добротой моей. Пусть вот старческая останется твоя доброта, а мы поездим. Бля, это хомуха. Так, я все понял. Постучать. По-олдовски. Ну что-то она какая-то такая латентная на самом деле. Кто? Болт? Болт, да. Да и секретка тоже. Да. Ну я в тебя верю. Я в себя не очень. Мне кажется, нам нужен рычаг. Она прям, видишь, она наискосок идет, я боюсь ее сорвать. Нахрен ты такие секретки покупаешь? Так я их не покупал, у меня не в комплекте, с машиной в подарок пошли. Да, не надо говорить, что мне говорил ты их поменять. Но они же стоят много. Пока ходят. А, Рубены, что за профнепригодность? Примерно одинаково затянуты? Да, их все одинаково крутили, да? Огонь, Сань! Не, ну ключ от Гейля просто. Понимаешь, он, мне кажется, отвергает мерседесовские инструменты. У тебя же есть свои лайфхаки советские? Александр, как говорится, мир не без добрых людей. И против лома нет приема, да? Да, хорошо, что рядом автосервис, поэтому приступим. А, это мой домкрат! Ё-моё, Саня, он был новый! Ну я, прости, чуть-чуть наступил. Я починю. Потом. Пожалуйста, вот купи свой, ну вот купи такой же, пожалуйста, ссылочка будет в описании, пожалуйста, вот купи такой же домкрат, все, и ходи по нему, бросай его, кидай. Но ты же себе купил, зачем мне это нужно, у тебя же уже есть. Получается, всегда могу тебе позвонить, а мы с тобой на одном райончике живем. Ну смотри, сейчас 2 варианта, либо мы сейчас все срываем, либо у нас откручивается. А третьего не дано? Потихонечку. Хорошо. Секретка есть. Советские лайфхаки работают? Но труба вещь. Так. Давай, второй. Готов? Я, да. Всегда готов. Сука. Есть. Next. А, да, все. Да, все, пошел. Давай вот этот. Вот все, здесь. Коллега, крутите. АБВ. Я всегда говорю, владелец БМВ должен страдать. Ты уже в коленно-локтевой позе. Да, на меня с приличностью раз в неделю так ставят. То фары, то антифриз куда-то ушел, то колеса. Сейчас что-то забрякало спереди. А, любимая моя машина, пушечка, покупайте, брат. О, как хорошо, а? Это тебе не винтовым домкратом, понимаешь? Это олдовский, гидравлика с собой. Всегда конечно должна быть. Да все, хватит. Вроде нормально. Так. Пневмушка еще не бахнула. Обязательно бахнет. БМВ нравится. Там крат держит. Ты что сидишь? Открывай. Ёпти. У тебя может пакет есть какой-нибудь? Откуда ты что? Ну плед могу предложить. Но... Ну давай хотя бы одеялко. Это нереально, Сань. Ну что же, все в сравнении там. Я понимаю, что у меня в багажнике Иосиф Виссарионович лежит. Ты хочешь вот это вот. Цвет видел? Там одно, второе не испортишь. Я тебя сейчас здесь оставлю. Ну я не мог удержаться, ты же знаешь. Кати руками до шинки, заодно и фитнесом займешься. 17 километров, побегу-ка я с колесом, спасибо. Сук там. О, да, у тебя 100% большой багажник, вместительный. Да, именно. Оп, электропривод опять же такие. Плед неси. Иосиф Виссарионович, прости. Блях, еще этот самокат. Сука, я ему самокат на газик поменял. То есть он не самокат, я ему газик. Ну что это за бизнес по-русски, а? Как это работает? Блин, кстати, хороший, качественный.
Не знаю, слышишь, откуда у меня? Как ты меня развел? Что я тебе газик поменял на самокат? А, хороший ченч был. Кстати, прям отлично. Я газик потом 3 раза дороже продал. Спасибо тебе. Ты очень добрый, но только не хватает, знаешь чего, набора инструмента и трубы теперь. Набор инструмента у техника и теоретика, они буз делают. Ты дизайн сделал? Конечно. Там такая пушка получилась. У меня уже на канале все это выйдет скоро. Вот на этом инфо-цыганском, да? Надо делать, который. Да. Да. Бери и делай. Бери и делай. Бля, почему я колесо положил? Ты сам это решил. Как это работает? Просто я снимал, я был занят, а ты сильный. А, самокат можем пока к тебе положить. А у меня там места нет. Пошел в жопу. На, на, самокат, иди туда, убирай. Все, иди. Я тогда... Такой киселек, да? Добрая душа, Георгий Александрович. Что? Нельзя положить. В салон клади, иди в жопу. На домкрате упадет еще, где баллон бахнет. Это же БМВ, там что-нибудь сейчас провалится. Клади. Я сейчас переживаю только за одно, что пока мы едем, домкрат не сперли. То есть за БМВ ты не переживаешь? Ни капли. Такой ты вообще, это качественно лучшая машина на свете. БМВ надежно? БМВ безнадежно. Сейчас, подожди. Вот. О, парковал. Ну, трубу потом пацанам отнесем. С пробегом. Ай, кошмар. Где тут шинка-то? Я пока не знаю, но сейчас нагуглим. Господи. Что? Ничего. Ты аккуратнее в машинодомократе не сидишь. Я очень аккуратно. Я максимально аккуратен, Александр. Просто. Максимальнейшим образом. Так. Ну, по-любому, нам налево, а там разберемся уже. Хорошо. Ладно, я возьму нежный запах. Можно втридорога с него взять? Вот с него втридорога, реально. Потому что заманал. Но вы не подумайте, я не езжу на джейле. Это богатые только люди ездят на джейле. А иди, все, поедем. Спасибо, господа. Я побольше песочка, чтобы в багажничке было побольше. Ленин такой молодой и юный. Октябрь. Все-таки нету, мы тебя Сталина, нету. Грузи. Блин, ну только... А есть кнопка, чтобы опустить пониже, чтобы не так высоко поднимать? Нет, это не ГЛС. Это говно, лес. Аккуратно. Работает, посмотрите. Ну, у меня уже колесо починено, я уже могу ерничать под гелем. Может, мы не будем эту секретку вкручивать, а? Как это? А, будем, она же колесо она дорогая, да? Я понял. Очень. Кстати, уже пора летнюю резину ставить. Да, да, давно пора. Сейчас потуже затянем, чтобы потом вообще не отвернулось, да? Да, у меня там разные широкие 20-е, уж пушка, а не колеса. Все-таки труд сделал из Шлиттенмайера человека, мне кажется. В общем, у нас все получилось. Крат убираем. Резиновый пятачок на секундочку, чтобы пороги твои не порвать. А, господа, если кто-то будет заказывать по ссылочке в описании, обязательно смотрите голограмму, чтобы была. Тогда это Арига. Тогда он хороший. А винтовым ты бы вообще кончился крутить тут. Все-таки надо взять. Я так считаю. Ты выпрямись, то прям тебя совсем скрючило. Как, конечно, скрючило, ты тут колесо иди поменяй. Я твой псевдоном на клавиатуру, тык-тык. Планктон, ладно. Возвращаемся на курс. Поехали уже, там пацаны нам уже буст сделали. А мы еще Audi не забрали. Что? И пневма не лопнула, смотри, длительно. Это временно. Сумасшедший трафик, прям не пробежать. Трубу не вернуть, ох какой ты. Обратите внимание, сигналить на человека с трубой. Опасно. Ну, в принципе, процесс полным ходом. Да. А что с окнами? Тут у меня по макету, видишь, окна не должно быть, это рисунок. У нас окна есть, я не знаю. Делайте, что хотите с окнами. У меня четкое задание. Мне нужно, нам с Илюшей сегодня нужно зашить потолок. И вот эту вот часть мы зашиваем буса полностью. Горизонтальный только. Вот видишь, доски как по наружке как бы. Доски. Сань, а что макет такой убогий? В смысле убогий? Ты что, приехал? Ну, в смысле посмотри, убогий? Так идеально, хуй. Просто. Здесь место под логотипы и так далее. То есть, там ну, окно. Там нету уже окна на макете, значит и нахрен его здесь нету. Пожалуйста, господа, пожалуйста. Господа, я знаете, что предлагаю сделать? Давайте сделаем, как вот
Лучший кофе у дороги, отхлебнешь, протянешь ноги. Ну, то есть, все в стиле вагончика дядюшки Мокуса. То есть, как хорошо дядюш... бродить по свету, пожалуйста, у нас с карамелькой уже за есть. Щекою, а еще одну для друга взять с собой про запас. А ты будешь белладонный. Это Т2, это серферы, это все, что с этим связано, понимаешь? Вот, доски, дизайн. Ты серф-доску видел когда-нибудь? Ну, серф-доска, да, но стиль-то тот. А вот здесь место для фотографирования, инстаграмы. Это место для рекламы, куда наш новый, кто его купит, сможет развести свои логотипы инстаграма и все адаптировано. Ты много видел людей, которые приходят, покупают кофе и рядом с бусом фоткаются? А у нас с тобой самый красивый. А если бы у нас был бусик вот от госпожи Белладонны, вернее, вагончик дядюшки Мокуса, люди бы фоткались. Какой фокус, Мокус, ты чего? Вот. Это не фокус, Т2. Это короче, так, я все понял, все. Сейчас весь этот срач будет продолжаться очень долго. Что с окнами? Пойдем подумаем, как не решить. Не знаю. Это все вы можете увидеть на канале Техник Теоретик. Ссылка в описании. Переходите, да, смотрите, как да, дальше с этим. Да. Дурдом. Алексей Михайлович. Ромашка. Прости. Как вам повезло, что у меня большое терпение. И сердце у тебя доброе. Раньше у тебя был только я, а теперь картель. Дичь. Вообще кошмар. Все, а если такой же формы прям выпилить, вот прям соизмеримо макету? Не получится. Почему? Потому что окно больше. Ну пусть это чуть-чуть пошире. Здесь это пустое пространство серое. В рот его компот. Смотри, вот это говно вот так вот будет ходуном ходить. Нас устроит. Нас устроит. Эффект грозы. Кстати, да. Пугать клиентов. Будет гроза ехать, машина. Машина-гроза. Тесла кофе. С ионами электричества. Гроза. Сюда разрядник ставим. Заземляем на всякий случай, чтобы никого не убило. Ну, нормально. О, ударил гром. Ваш друг. Это наш заказчик. Я не понимаю, почему я несу финансовые потери с нашим заказчиком. Смотри, мы выйдем вот эту фигню. И вот так вот. Вот так вот ее. Клеим, согласно, вот, ну, примерно ширины макета и соизмеримости с этим. И вот на такой вот, примерно на 20 на сантиметр, как бы вверх. А что мы туда? Визуально у нас образуется как раз вот такая же херня, которую будем рисовать. А фактически у нас будет уже она здесь сделана. То, что она играет до потеру дрожды. Нам такая и нужна. На плашнице сюда. Это будет некрасиво. Она же, ее же вот ее рисовать будут. С этого я делать ничего не буду. Из этого даже ничего не выгнешь. Ну хорошо, значит, покупаем. Ну делайте. Нормально дело, нормально будет. Так же? Ты считаешь, что это нормально? Я считаю, что это, если мы сделаем вот такую же соизмеримую макету, ее... А почему не заварить? Вы сами сказали, что это сложно. Я с утра должен был ехать забирать Ауди Максончика перепилицы. Сначала Шлихенмайер, теперь эти терки. У меня нет слов. Видно, видно. По крайней мере, ну, глаза у тебя добрые. Святой бы человек, Алексей Михайлович. Святой держитесь, человек. Да. Хочешь свой канал создать? Нет. Пора. И ты там всю правду о нас расскажешь, какие мы молодцы. Тесла, Асань, пушка. Поменяй на Б. Блин, ты посмотри. Ну, ты, да, красота. Нравится. А вот что ждет каждого владельца Тесла. Бензобака. Здравствуйте, я вас категорически приветствую, жму ваши мужественные руки. Ну, у меня у малого игрушки вот эти вот, то же самое. А что с ней, что батарею снимаете? Влага попала. А, да? А можно вот глазами посмотреть, куда попало? Да. А, вот сюда, да? А, в натуре, да. О, ё-моё. И что с ней происходит? Ну, антифриз, это антифриз, да. Спереди влага, я просто разобрал. В Питере влага. Мистика. Откуда взялась? Откуда взялась? И что делать в таких случаях? Разбирать, полностью сушить. И все эти самые, как называют, секции, да? Секции вытаскивать? Секции вытаскивать, вся батарея будет разбираться. А я дико извиняюсь, а как она все-таки может туда попасть? Ну, через вентиляцию, видимо? Да, в данном случае через вентиляционный лючок. Здесь, видимо, грязь попала. Ага. И... Так
То есть нельзя ездить по лужам, получается? Да можно ездить абсолютно по лужам, даже батарея иногда там ныряет и ничего не будет. Здесь, видимо, либо же на мойке с мойкой днища было, попала грязь, немножко песчинки. А, то есть сбивали, да, керхером? Вполне возможно, не знаю, но влага попала. А сколько это киловатт? Это 85. 85? 85-ка? Ты посмотри. Такие штуки. Да, будущее, оно и в Африке будущее. А все как в телевизоре в старом, да? Ну, я бы не сказал, что это в старом телевизоре. Хочешь провода потрогать? Да, конечно. Смотри, какие клемники. Вот. Шпак. Она же сейчас... вот так, да? То есть, если туда... нет, уже отключено. Секция отключена. Можешь человека убить? Конечно. Ну, если все соединить и плюс-минус. И водичкой полить? Саня, вольт, у тебя ноги мокрые? Конечно. Отлично. Мы в Питере живем. Хочешь покрутить что-нибудь шуруповертом? То да. Так тебе, да, не нравлюсь? Нет, ну, сегодня с колесом ты мне, конечно, подзадрал. Да. Прикольно. Не, круто. Короче, все секции будут выниматься, все сушится, да? А сколько она весит? 800 килограмм примерно с хвостиком. А сколько на секции стоит? Или они, ну, не поставляются секциями? Да можно купить отдельно. Ну, такие, ну, не оригинал, что называется, а уже как бы какую-то разобранную. Разобранную, конечно. Ни оригиналов не существует. Поэтому только по секциям можно. Я вот подумал, зачем... Как тебе такое, Илон Маск? Что? Я поменял вот на BMW Tesla. Кому нужна твоя помойка, понимаешь? Это же Tesla. Семерка, ничего себе, это какой-то маленький класс. Я тебя умоляю. Тут половина всего от Мерседеса. О, ничего себе, какие штуки. А это, господи, это мотор. Это инвертор с этой стороны, это электромотор. Ну, а вот это что за клемник с большим вольтажом? Ну, здесь просто контакты прикручиваются, провода вставляются сверху. Понял. Сырковый мотор, да? Просто жук. На самом деле гениально. Нифига, у нее еще мотор антифризом охлаждается. Да. Век живи, век учись. Неплохо. Тесла. Черт побери. Мы очень сильно извиняемся от лица независимого эксперта, что мы такое количество времени не забирали нашу помойку. Но у нас есть уважительные причины. Мы были немножечко на Байкале, там очень долго. Да, ну это же приятно, да. Но мы готовы забрать, потому что, ну, как-то уж совсем мы... Машинка готова забрать. Расстоялись. Все ссылочки будут в описании, если у вас Tesla или гибрид. Welcome. Ну вот это вот ты посмотри, да? Саня! Саня, уйди с чужой машины. Посмотри, красотища какая. Твой мир никогда не будет прежним. А он, кстати, он же не видел, как они здесь танцуют, крыльями машут. Вот это вот рождественское. И музычка тебе, да? Мне все нравится. Тебя током убьет. Закройся. Ты колесо. Нет, да вот, смотри, есть кнопочка, смотри, Сань. Шпак. Она же это, да, определяет, типа, рядышком стоит машина, и она как... А теперь пойдем расстроимся. Нет, BMW обратно. Какой BMW? Audi? Настолько расстроится? Максончик! Tesla сервис починил тебе Audi. Бензином пахнет хорошо. Да. Еще и запчасти остались. Ты веришь, что когда остаются лишние запчасти, это хорошо? Да, я на ней поеду. Ты на ней поедешь? Хочешь, ты на ней езжай? Нет, спасибо. У меня религия не позволяет на Audi ездить. А какая у тебя религия? BMW. Католик? Угу. Мне кажется... Все хорошо, вон, ключ есть, все есть. Позволяя с тем, что было, она выглядит лучше. Не, выглядит она так же, только сейчас она работает. Надо капот открыть. С него? Это лишние запчасти. Заберем. Смотри, есть. Есть масло, да? Да. Все, огонь, я пойду попробую чухнуть. Она реально, да, она заводится, правда, да? Да. Да? Было да. Дело. Ну, в принципе, здесь их много, этих клапанов. Максончику возьмем. В принципе, молоточком, если подстучать, то будет ровный. Шпак. Личная тачка. Гребаный контраст. Чего? Здесь всегда ключи есть, это же Audi. Ёпта. О. Их не угоняют, согласен. Давай. Дверь. Ты видишь, какая мощная бестия. Хочешь порулить? Нет. Сука. Совсем нет. Все, тогда поехали, пока она не сломалась.
реально, ты просто, ты зря отказался ехать. Это же настоящая пушка. Максончик, здравствуйте. Здравствуйте. Мы починили вам вашу Audi, она работает. Ты просто, ты должен, ты сядь, ты прокатись, она просто зверь. Че так долго? Ну, ситуация там... Она пару раз не заводилась. В смысле? Я там что-то хрящ, она что-то нет. Но там замок зажигания барахлит. Ну и мотор скоро сдохнет. Но проводка зато есть. Да. Определенно. Быстрый, хорошая машина? Да. Ну, есть хорошая новость, если она сейчас ляжет, она ляжет в руках хозяина. Да, то есть наша совесть чиста. Ты уже доставил, нам Tesla сервис. Все, ссылки в описании, красавчики. Не сращиваем. Даже фара третья. А? Бомба! Ну пушка! Да подгорает пальца. Да, нормально. Сейчас всю дорогу. Притрутся и все. Да, масло просто немножечко. Да, это там еще. Я вас поздравляю. Теперь спасибо, у вас есть корч, который ездит. Это немаловажно. Да. Но и масла, которого нет. Да, ну оно... Мы нальем. Нет, там было масло, когда мы уезжали. Но сейчас я бы долил, да. Да. Хорошо. Мы поехали дальше. Там наши друзья, бус строят. Друзья, спасибо вам картель. Огромное. Максончик. Tesla сервису привет. Да, интересует, да. Можно прям через стельку посмотреть. А, отличный, да? Бизнес. Не надо работать на дядю. Полный бизнес. Все, я все понял. Господа! Ногу заживала, Саня. Все. Так, а что, а где техника-теоретик? А что, еще не закончили? Тихо ты что, это наш кормилец. Смотри, тут хорошо, да. Да, сейчас вагончик и ляжет. Да, отлично. Где банда-то? Сабвуферы во весь салон. А, вот они. Господа, мы, так сказать, вам привезли покушать еды. Работаем за еду. Я лучше 3 обзора, блядь, снял. Потому что это... Конечно! Это же Лёшенька, здравствуйте, большой человек. А что, а где шалуха? Вот такую. Вот такие взяли, да. Что, как у вас динамика? Мы подумали, что динамика в порядке. Мы Максончику Аудос вообще отдали, прям пушка. Да, несется, масло жрет вообще просто в вагоне. Не то слово. 7 литров, мне кажется, на 1000 рублей. Все. Ну, это нормально. Господа, приятного аппетита. Спасибо. Да, наслаждайтесь. Видели, как красиво получается? Это Шлихенвайл. Слушай, да. Очень хорошо, да. Фанерочка вот эта четко, все прям. Смотрите, когда захочете. Вот я в вас никогда не сомневался. Вы прям лучшие просто. Это ж просто, Саня. Это ж просто взять и просто прикрутить. Да. Завтра с нами будешь это все делать. Наконец-то пришла посылка. А где мой? Кстати, послушай меня. У тебя 570 рублей, вот допустим, там твоя сумка твоя до 570 рублей сюда не придет. Она у меня в заложниках. 570 рублей, пожалуйста. У тебя 5000 штрафов на лимузине, пока мы ехали, так что мы квиты. Я бы сказал, что это мало, 5000. Я всю Россию вообще... Еще, может, еще что-нибудь придет. Ну, это... Всего, кстати, всего 10 штрафов пока. Ну, это маловато будет. А почему Георгий Александрович, плати, Георгий Александрович, плати, Георгий Александрович, плати? Георгий Александрович, я эту сумку твою верну. Так что все нормально. Ну, о внешнем дизайне потом поговорим. Получается достаточно, кстати говоря, неплохо. Мне во многом все нравится. То есть благородный такой и запашок уже, знаешь, да, дерево. Да. Тут все сегодня целый день мы пилим, они такие, как на уроке труда пахнет, понимаешь? Вот. Так, ну, фанеркой обшили, хорошо. Да. А вагонка зачем? Так захотел заказчик. Фанерка, сверху вагонка. Мы это все опаливаем, лачком все это вскрываем. А зачем? Будет лофт. А зачем фанерка, так, а сверху вагонка? Так заказчик захотел. В смысле, на рейке? У нас есть заказчик, у него был проект, концепт. Все, что все как надо, все идет по плану. Фанерка на саморезе, а сверху вагонка, двойная работа. Лампочки будут висеть? Да. Ты еще скажи, ты в черный покрасишь? Да, вот так. Ёпта. Вот. Вот так вот черный. Лофт. Знаешь, такое? Знаешь, что такое? Слушайте, это не сауна, это вообще лофт кругом дерева. Кстати, я хочу сказать, что сауна была бы прибыльнее и делать дешевле. Суть, я тоже так говорил. Суть в другом, дорогие мои товарищи опричники. Если фанерка, потом вагонка, потом еще что-нибудь, кубатура бусика стремительно уменьшается. Я хочу сейчас... здесь не ночевать? Здесь человек усядется, ты вот не до сюда же будешь... Ну-ка сядь тут. Я хочу, чтобы ты поработал один день в нем. Да изи, хоть два.
Смотри, смотри, чтобы здесь сидеть, какая нужна табуретка. Да, мы 10 сантиметров здесь, потолка уже мы здесь убрали. Здесь пуфик положим, понимаешь, мягкий пуфик. Только он синий, надо его будет перешить. Нужен Борис. Черный, да? Нет, деревянный. По его... Перешить в деревянный. По его позе нам нужен бариста из Купчино. В чайхане накидаем матов, и он тут в носочках. Да тогда не вагонкой надо обшивать, а коврами. И ковры повесим. Кстати, это было бы гораздо проще ковром. У меня вопрос как пайщика-инвестора. Мне кажется, мы очень сильно тратим бюджет, понимаешь, и не в то. Зачем ты захотел фанерой, чтоб сверху вагонкой? Братцы, дверь не закрывается. Вот очень хотелось бы, чтобы закрывалась. Что тебе не нравится? Потому что это стиль, красиво, лофт, понимаешь? Фанера, она как бы выравнивает все плоскости. Сверху мы набираем вагоночка, и получается очень красиво. Я больше красиво. Не могу с ним говорить. Господа, продолжение всего этого безобразия, значит, застройка вагонкой фанерой, смотрите на канале Техник Теоретик. Пойдем снимать финалочку, просто невозможно. Смотрите, какое окно. У меня вот этот, можете проект полностью посмотреть, что я придумал. Там еще вот просто что будет. Вот так 42, ты не думал. Вот так 100, я когда позвонил... Денчику спросив, мне 100 на 42, он говорит, метр? Ты чё, ты дурак, куда тебе столько? Трёшкой металлом, как пришпандорим, чтоб вопросов не серьезно? Было. Трёшкой металлом. Трёшкой. 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 У него дверь отвалится. Ничего не отвалится. Юрий Александрович, по техническому заданию должно выступать. Выступать. Мы так и сделаем, будет выступать. Ты окончательно чокнулся. Оно должно выглядеть красиво, а это будет красиво. Помнишь, я говорил, что мы вложением где-то в 500, я ошибался. Сейчас до единиц, такое чувство, что он на откатах со всеми сидит. Вот, ребят, зайдите ко мне на канал, посмотрите, что я придумал, почему... Блядь, да, да, я начинаю подозревать, что нас потихонечку кинули. Больше нас всех кинули пока с Илюшей. Бабки? Бизнес — это непростая штука, брат. Надо деньги делать. Шавуха вкусная была. Да, вижу. И вкусно пахнет девушкой. Шавуха? Шавуха и девушкой. Шавуха вкусно пахнет девушкой. Жалко вам эти вкусы не передать, эти запахи. Ух, красота. Честно, честно. Шавухой и толочкой. Ну чего, будет круто, я тебе говорил. Купи домкрат уже, скотина, и ключ, чтобы не звонить своим друзьям по опасному бизнесу каждые 5 минут. Ты же... У нас бизнес-тренер, инфо-цыган, черт побери. У тебя должно хантя, что у тебя не делает. Короче, хорошо, что когда есть друзья, купите домкрат по ссылке в описании, да. Если у вас хорошие друзья. Или да, скажите мы... друзьям, если вы... Если у вас есть хороший друг. Если у вас хороший друг, да-да-да. Давайте резюмировать. Это был очень странный день, он начался в равной степени странно. На самом деле так же он и заканчивается. Вы не представляете, как они срутся за кадром. Ну, вот, так сказать, по ссылочке в описании можно будет посмотреть все это дело. Мы сделали доброе дело. Максончик Ауди забрали. Пушка. Максончику пушка. Прям, Максончик прям. Максончик прям счастливый был. Конечно, прям... 8 лет стояло. 8 лет? 8 лет этому проекту. 8 лет. А да. Там кольца залегли, наверное. Конечно, там кольца, там, я бы сказал, вкладыши залегли вместе. Ну да, да, да. Там, кстати, вот пацаны из Tesla Service сделали хорошо. Ну, то есть у них было четкое техзадание автомобиль запустить. Они его запустили, автомобиль запустился. Дальше Максим сказал, я сам все сделаю, поковыряюсь. Через 8 лет еще будет как-то. Вот через 8 лет, да. А на сегодня на этом все. Я, честно говоря, не знаю, что будет завтра. Искренне не знаю. Но что-то обязательно будет. А я знаю. Готов, понимаешь? А это все, как ты не знаешь. А мы уже знаем. А я вам говорил, что мы хотим технического контента, нам нравится технический контент. Это и бейте. А это что? Строительный. Это строительный. Я ремонт ненавижу. Школа ремонта. Я, кстати, да. Слушайте, у меня сейчас очень много, кстати, строительного контента происходит. Пиздец. Никогда это не закончится, мне кажется. Может, пойдет консультант к нам? Могу. А то мы квадратный метр, кстати, не могли с ним посчитать. Мы знали длину, высоту. Пацаны, согласование, перенос газовых труб, так сказать, все вот это проекты, дизайн, все. А, дизайн это Шлихимайер. Ладно. Я, кстати, поеду скоро выбирать кофемашину. Ты уже раз пятый это говоришь. И привезу вам працию, она будет установить. Она будет просто не электрическая. Там ситуация будет. Естественно, газовая. Она будет не электрическая, газовая. Газовая. Она, зачем она будет совсем, на газе? Она не полностью газовая. А какая? Немножко электрическая. Немножко электрическая. Я так и знал, я же тебе задавал этот вопрос миллион раз. Не бывает просто не электрическая. Это провал. Не, все нормально. Сразу инвертор на киловатт тащи. Погодим, да, для молочка. И еще это лютогенератор на самом деле. Да, да, да.
2 киловатта. Всемира доброго, удачи, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это фиаско. Мир еще не видывал такого падения вообще, такой растраты денег, блин. Вон список лежит, да. Без него будет не собираться. Если завтра купить надо все. Пожалуйста, ты заказчик. В 12 часов ну, надо, чтобы это все было. Всем мира добра, удачи. Пока. До новых встреч. Пока. Школа ремонта, блин. Да все нормально будет, лучший бусик получится, я тебе говорю. А да. Я вот наши подписчики в комментариях говорят, лучше бы Волгу купили, Волгу бы лучше купили. Я дома, блин, попку не могу повесить, я сейчас целый бус делаю. Бус на Волгу. Главное, чтобы дома не увидели. Какой нормальный человек поменяет Волгу на бус? Есть а Волга. Это мы узнаем в комментариях. 60-го года. Господа, до новых встреч. Есть Волга 60-го года. Вот ты следующая серия подъехала. Илюша, я тебя слушаю.